Здравствуйте, вы на канале Волкодав 05. 8 марта сегодня. Всех дам поздравляю с Международным женским днем. Здоровья вам и удачи. Это Боб. Второй раз вы видите его у себя на экранах. Должны почувствовать разницу уже. Я сам уже чувствую, как он оживает, становится мощнее. Как уже тащит меня, как он копает. Тихо-тихо, Боб возвращается в свою прежнюю форму. Линка еще идет усиленно. Надеюсь, после линки Боб вернется в прежнюю, очень мощную форму. Посмотрите на его фигуру, на его длину, на его высоту, на его прекрасный окрас старого типа. Сейчас таких собак очень редко можно заметить. Старотипный кавказский волкодав с очень интересным, красивым окрасом. Вы почувствуете всю эту красоту после того, как Боб полностью пролиняет. Вернется прежний окрас красивый. Выбирает такие места. Пока Боб справляет свою нужду, посмотрите на природу. Холодный, прекрасный день сегодня. Он просто пометил. И идем дальше. Боб теперь говорит, что я здесь хозяин. Собак здесь много прогуливают. Я своих, естественно, постоянно прогуливаю. И запахи остаются. Не подходи близко. Подогмети, каза. Тут еще сосед подошел. Предупредил я его, чтобы близко не подходил. Собака очень агрессивная. Идет на все, что двигается. Но пока что на него не реагирует. Вот, будете чувствовать разницу. Тихо-тихо, как он меняется. Долго сегодня снимать я его не буду. Напомню вам, что это сын Ахиллеса. Ахиллес сын балканского пирата. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии, советуйте и советуйтесь. Удачи вам. Вместе мы добьемся большего. Все-таки решил я продолжить репортаж. Опять копает. В первые дни у него не было сил копать, выгребать под собой. Подошел сосед, во избежание всяких несчастных случаев решил я быстро видео приостановить. А сейчас уже продолжим дальше наш разговор. Друзья, хочу вам напомнить, хоть я сейчас снимаю вам Боба буквально 2 дня назад, в субботу, сделал притравочный первый раз бой жизни барбоса. Барбос оказался очень перспективным кобелем с очень сильным жимом челюстей. Буквально за считанные минуты, не то что минуты, буквально сразу, скажем так, в течение 1 минуты барбос справился с соперником, заставил его орать. Соперник тоже не из робкого десятка был, хоть тоже молодой, но уже несколько боев повидавшийся соперник.
Жалко, что бои не могу выложить в YouTube. Но кто-то из моих подписчиков уже отписался и сказали, что видели бой Барбоса в Инстаграме. Хоть я его туда не ставил. Получил я предупреждение от админа канала Инстаграма, имею в виду, чтобы бои не выкладывать. Вот посмотрите, как он принюхивается. Буквально 2 дня назад на этом ошейнике я вез Барбоса на бой. И вот чувствует запах других собак. Я все еще по-прежнему ему окончательно не доверяю, поэтому остерегаюсь чуть-чуть. Как-никак собака очень большая, с огромными целыми клыками. Рано можно вести очень даже неплохие. Во время боя и Барбос мне нанес на ногу раны. Чисто случайно у него получилось. Он дал обратный захват, и моя нога левая, чуть ниже колена, прямо за толстое место схватил и сделал 4 дырки. Ну, кто собаками занимается, тем более такими крупными, надо быть готовым ко всему. Несознательно она это сделала. А так она, Барбос имею в виду, и к детям очень адекватный, прямо играется с моими детьми. Хоть кусок мяса с пасти забирай, абсолютно ноль. Вот посмотрите на его мощь, как он восстанавливается. Частые прогулки с Бобом и хорошее кормление. И буквально через месяц до наступления теплоты вы его уже не узнаете. Боб красавец, Боб. Боб красавец, Боб. Не знаю отсюда. Не знаю откуда. На это поле заехала машина. Я думаю, что там тоже люди есть. Поэтому медленно и аккуратно проследуем в ту сторону. Скоро моим собакам все меньше и меньше остается место гулять. Кругом строят, кругом люди заселяются. Для животных места все меньше и меньше. Предугадав эту ситуацию, не зря я у нас в селе, в Куруше, открываю филиал питомника Волкодавы 05. Очень часто оттуда тоже будем получать видеорепортажи. Пока что вот и люди пока еще нас не заметили. Салам алейкум. Боб ведет себя достаточно адекватно. Когда он на цепи, он прям очень агрессивно. Вот сегодня уже второй случай, что Боб на людей внимания не обращает, когда он на поводке. Я думаю, что, друзья, хватит уже любоваться нашим Бобом. Уже попрощаюсь с вами во второй раз.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте ваши пожелания. Советуйте, советуйтесь. Вместе мы добьемся большего.